И опять привет! Вы на канале Роман Геймс, и сегодня мы продолжаем. Фух, она исчезла. Даже двери ее не любят. Или это автоматическая дверь? Как в супермаркетах. Сейчас мы подождем, пока она здесь немножечко пройдется. Ну, давайте это сделаем. Она же не придет? Где она так долго? Она точно где-то вот здесь. Бабзин, ты что, ты странная, что ли? Кстати, мы еще не были в ванной. Ну, обязательно туда сходить. Где она? Где она? Я не понял. Реально, я реально не понял. Где она может быть? Придется подождать. Короче, ребятки, я не знаю, где она. Может, она уже и прошла. Ну ладно, была, не была. Или это баг? Все. Вот где она была, серьезно? Вот где она была, как? Как? Нормально, что она там делала? Я же не видел, как даже как она прошла. Или я такой? Да. Не видишь, нет? Ладно, сейчас я подожду, пока она вот сюда вот придет. А она уже здесь. И я так все время жму на паузу, ребятки, чтобы, ну, вы не смотрели, чтобы вам не было очень скучно. Бери патрончик. Ждем нашу бабулю. Она уже точно здесь, или картины повесились? Тут повесились. Ладно, давайте ее сюда приведем. Шуп. Отлично. Я уже знаю, где у нас есть щипцы. Но я все-таки хочу проверить. Здесь точно ничего нет. А, кстати, здесь тоже может быть кот или что? Мне вот интересненько. Ну, ладно. Я знаю, где у нас щипцы. Дядя Антон, падай. Вот и они. Я думаю, еще пострелять в нашу бабузину. Вот панки точно вот на ванне. Я уверена, все 100. Реально. Давайте встанем. У меня же есть арбалет. Бабузин, ты где? Сейчас я ее подожду. Она уже где-то здесь. Я не знаю, где она. О, она тоже где-то здесь. Раз, два, три. Ну, блин, давай иди сюда. Бабуля Красотуля, где ты? Не заставляй ждать моих подписчиков. Стоп. Какую ваню? Там вообще вани нету в панке. Что я говорил? Я же вспомнил. Извините, пожалуйста, за мою тупость. Ну, ваня же ничего быть не может.
кроме как кода. Кот в ванне быть может. Тупо я сделала, ну ладно. Сейчас нужно подождать, пока она заспавнится. В принципе, мы уже все сделали, да? Ладно, я сейчас подожду опять, пока она сюда прибежит. И вот, она же здесь. Все время находит в пижаме. Я вспомнил, нам же нужен еще не только кот, а и красный ключ. Так, дверь мы, в принципе, закрыли. Аккуратненько, аккуратненько прибегаемся. Она уже точно где-то здесь. Я чувствую. Знаете, как мы сейчас делаем? Ладно. Бросаем наш ключик где-то здесь. Окей. Ждем ее вот здесь. Отлично. О, мы прошли через капкан? Да, ждем ее здесь. Как мы прошли через капкан? Как? Немножко кнопка шут заела почему-то. Так, и нам остался только кот и... красный ключ. Все, думаю, мы уже прошли, ребята. Окей. Да. Ну что ж, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем хорошего дня. Сегодня видео уже никаких не будет. Ну что ж, всем пока.